Сегодня же глава Чувашии представил коллегам нового руководителя строительной отрасли. Исполнять обязанности министра строительства, архитектуры и ЖКХ теперь будет Алексей Грищенко, прежде работавший в строительных компаниях республики. Алексей Грищенко – строитель с более чем 25-летним стажем. Работал в таких известных компаниях, как «Волгосталь-Конструкция», «СКЧ», «ТУЗ». Вы имеете огромный опыт, есть соответствующий профессионализм, потому что всю жизнь отдали служению строительной отрасли. Глава республики напомнил о задачах, поставленных в майском указе президента России. Увеличить ввод жилья в 1,5 раза к 2024 году. Надо отметить, что в 2018 году строительная отрасль республики показала хорошую динамику. Объем работ составил 38 миллиардов рублей или 125% к уровню прошлого года. Думаю, что совместно с ведущими организациями мы можем достичь многого в реализации этих всех программ. Кроме того, Михаил Игнатьев и Алексей Грищенко обсудили вопросы обеспечения населения доступным жильем и регулирования новой системы обращения с коммунальными отходами.